начнем этот вечер, я хочу поблагодарить всех, кто пришел нас услышать, всех участников нашей программы. И напомнить, что этот вечер, как и все предыдущие, проводится под эгидой North York Community House в содружестве с библиотекой Барбара Фрам. Он проводится с целью сохранения и развития богатого наследия русской культуры и ее традиций в Канаде. Сегодня к нам на плот я хочу раскрыть аббревиатуру. Песенно-литературное объединение талантов Торонто. Пришли особые гости, и мы о них скажем попозже. Но вначале мы хотим всех поздравить с Новым годом. И я хочу предоставить микрофон нашему самому главному на плоту командиру Владимиру Узланову. Он поздравит вас. Вот. Аплодируйте.